Добро пожаловать на мой авторский YouTube-канал. Сразу хочу сказать, что все видео на моем канале снято и смонтировано мной лично, а видео, снятое с наружных камер на самолетах, выполнено с использованием специальных систем крепления камер, разработанных, изготовленных и установленных на самолеты лично мной. А сейчас немного о себе. По основе профессии я летчик-истребитель. В 90-м году после ухода из военно-воздушных сил занялся воздушными съемками. В конце 90-х, параллельно с основной работой в ВПК «МиГ», был включен в состав пилотажных групп «Стрижи», «Русские Витязи» и «Русь» в качестве летающего фотографа и видеооператора. В те годы я в основном снимал в полете из кабины ручными камерами. А в начале 2000-х я создал свои первые авторские фильмы о пилотажных группах. С появлением экшн-камер стал активно развивать новые направления в воздушных съемках, создавая специальные системы для съемок с наружных камер на истребителях, в том числе на сверхзвуковых скоростях и в стратосфере. Мои инженерные решения сейчас активно применяются для видеофиксации в ходе проведения летных испытаний на всех режимах полета. В настоящее время я являюсь специалистом этого направления в авиационном комплексе имени Илюшина. Заранее благодарен за ваш интерес к моему творчеству и желаю приятного просмотра моих авторских работ. Спасибо.